мы вам покажем и расскажем увлекательнейшую историю. Был это или сказка, решать вам, нашим зрителям. Итак, жила-была королева в одном государстве. Была у нее единственная дочь, принцесса. Королева эта очень любила классическую музыку. Она была фанатом Баха, Моцарта, Вивальди, Чайковского и многих других последователей академической школы. Все придворные народ в ее королевстве должны были изучать только классическую музыку. Никакие другие стили и течения она не принимала. И, конечно, свою дочь она заставляла заниматься каждый день. Сейчас мы вам покажем урок фортепиано. Доброе утро, Ваше Высочество. Вы готовы к сегодняшнему уроку? Да, конечно. Проходите к инструменту. Сегодня будем учить минуэт. Начинайте. Грубоватый звук. Есть неровности. Темп быстрый. Послушайте, как я сыграю. Еще звук легче. Опора на первую долю. Повторите. На этот раз получше, но все-таки есть недочеты. Например, все еще остался грубоватый звук. Послушайте, как я сыграю в дальнейшем. Вот так это будет звучать в дальнейшем. На сегодня все. Урок окончен. Ваше домашнее задание – выучить следующие 4 такта и повторить эти. Не забудьте про то, что у вас немножко грубоватый звук, и про нюанс. Благодарю. Урок вокала. Здравствуйте, принцесса. Вы выучили свое домашнее задание? Конечно. Тогда давайте начнем наш урок. Где же наш концертмейстер? Простите, пожалуйста, опоздал. А теперь распеваемся. Ваше домашнее задание. Вы должны были выучить одно предложение жаворонка. Песня рай.
темп. Надо немножко в другом темпе. Давайте попробуем еще раз. Женя Жаворонка. Благодарю за урок. До свидания. Урок теории. Доброе утро, Ваше Высочество. На прошлом уроке теории мы изучали биографию композитора Моцарта. Напомните, пожалуйста, в каком году родился Вольфганг Амадей Моцарт? Не знаю, это скучно. Как же так, принцесса? Это важно. В 1756 году. А что у вас с сольфеджио? Постройте мне квинту от ноты ре. Я не выучила. Это просто ре, ля. Всего 5 нот. А сколько бемолей в фа-мажоре? 1. Ого, а какой? Фа-диез. Ну что ж такое? Бемоли. Придется поставить вам 2. Учитесь усерднее, принцесса. Благодарю. Вдруг раздались звуки фанфар. В наш город приехали известные на весь мир музыканты. Сегодня на площади перед дворцом состоится их концерт. Вы услышите новую современную музыку. Thank you.
вафельской песни «Трубадур». Игра, не считая минуты, просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты, помни о том, для кого ты, пусть к первым тебя не причислят, с тобой можно будет согреться, просто играй свои мысли, просто играй свое сердце. Если играешь не с теми, не расставляй им оценок, проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок и законсервируй излишек, потом тебе это запишут, неважно, что кто-то не слышит, важно, что кто-то услышит. Важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то услышал. Пусть долго твой звук заперти был, играя ты сможешь понять, не страшно, что кто-то сфальшивил, он хоть попытался сыграть. Играй, не считая минуты, просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Ты просто играй свое сердце. Сейчас для вас поет известный джазовый исполнитель Екатерина Коко. Thank you.
встречают народных артистов Кот и Киса Алиса. Известных на весь мир музыкантов «Ослопёс». Им нужно немного приготовиться. Раз, раз. Через горы и упал, растя и тут и там, замечал вдруг я порой, что тоскую я потом, что любил, как и всегда, но судьба нас развела. Я все хотел, но помню, раньше облик свой тебе вернуть, я старался и не стал, но судьба со двора, с ним нам не звучал, не забыл, не звучал, и поскольку твоим вертел, человеком быть хотел. Их концерт окончен. Что вы здесь здесь устроили? Моя прекрасная музыкальная школа, это неприемлемо! Вон отсюда! Вон! Стража! Где мои педагоги? Музыканты.
Я ехал? Ехал. Дорога закончилась? Закончилась. Дальше я не повезу. Не везет так не везет. Невезучий день. Какой же сейчас день? Уже ночь. Хотя тебе все равно. Ты и ночью к огнем видишь. Я пока ясно вижу одно. Мы заблудились ночью в лесу. Хочу ко-ко. Колбаски? Косточку? Да нет. Кока-колы? Корочку бы поклевать. Что, ты проголодался? Или замерз? Или спать хочется? Обогреться бы огня, поездиться-то. Да на бока, на боковую. Не достану сейчас, друзья. Не могу забыть принцессу. А в это время где-то в замке тоскует принцесса. Солнце над лесом, только не для меня. И теперь без принцессы не прожить мне ни дня. Что же это такое, что случилось со мной? В королевских покоях потеряла покой. Примем, нам как раз женского голоса не хватало. Очень рада. Ура! В это время музыканты заметили посреди лесной поляны костер. Вокруг него сидели атаманша и разбойницы. Ну что, сестрицы-разбойницы, вам только поесть и поспать. Только мы о деле думаем. В чем же дело, только знала, только свистни. Все рабочие инструменты настроены? Да, точно! Ну тогда слушайте нашу песню, да подпевайте. Да из площади тоже выгнали. А я сама из дворца сбежала. Теперь король со стражниками и педагогами нас преследуют. Меня ищут. Ах так, ищут? Так у нас тут гараж есть, давайте мы его спрячем. Все вместе они подходят к гаражу и слышат аккорды тяжелого рока. Thank you.
Нельзя соврать у музыканта. Похоже, королева нас тоже не жалует. Давайте объединяться. Друзья, музыканты, атаманши и разбойницы придумают, как им вместе уговорить короля и теоретика разрешить им всем дать концерт во дворце. И как убедить их, что хорошая музыка бывает разной. Такая сякая сбежала из дворца! Такая сякая сбежала от меня! Стража! Королева, а можно мы тоже попробуем? Ну давай, посмотрим, что у тебя получится. Идите сюда. Oh!
Дворца. Все музыканты объединяются и поют гимн музыки. Музыку смогли. Самый дорогой, на самом смотри, сгу, там увидишь.
за внимание. Мы были рады встрече с вами, наши любимые зрители.